большие. Сосед Коля говорит: деревни, всех дел не переделаешь, поэтому нечего и торопиться. Дел столько много, с утра писала, бросила. Раз все не сделаешь, поехали в лес. Дождь был только серьезный один. А так обещают, а дождей нет. Послез тебя засухи. Березовков пока нет. Будем собирать молодых маслят. Ну уж, эти совсем молоденькие. Даже брать стыдно. Хотелось бы, конечно, под березовиков поискать. Маслят-то мы уже, в принципе, набрали. Это вот кто так погрыз? Ну, грибочки-то есть. Ну, большеваты, червивые. Ладно, на жареху соберем. Ну, это повод, чтобы в огороде ничего не делать. Как-то так ходить мимо огорода, который зарос укропом и кинзой. Совестно. А так, вроде по делу, за грибами. Чё-то не туда нажала. Чё бы делать, чтобы ничего не делать? Ну, ладно. Чебрец можно пособирать. А так очень сухо. Очень. Ну, наверное, первый год такой, чтобы в лесу была вот такая сухота. Березка. Маслят-то мы сверем. А вот под березовиков-то и не видно. Все равно лучше ходить по тропе, чем по высокой траве. Даже если она звериная. Ольге, ты грибы надо. Мне повод, чтобы морковку не полоть. Заброшенный, что ли, муравейник? И муравьи-то какие-то мелкие. Совсем другой муравейник должен быть в лесу. Варварская выкопка сосен. Машины копают. Ну вот они не заделывают как-то, не засыпают эти ямки. Это вот сейчас так чуть-чуть зарастет, и кто-нибудь запросто можно ногу сломать. А дома дел немерено. Наверное, поедем в другой лес. Здесь место открытое после того большого дождя. Быстро высохло все. В лесу все равно посвежее. Тучи вокруг ходят. Влажность высокая. Жарко. Дождя нет. Ветра нет. Полный штиль. А в лесу все равно воздух свежее, чем в огороде. Пособираем чебрец.